Играю на ческом. Мой соперник это Евгений Новиков, с которым мы также вживую встречались и играли. Сейчас попробую против него разыграть каталончик. Посмотрим, как он на него отреагирует тут. Реагирует нормально. На c4 не берет. Ну и я двойной фианкет тут выставлю. Что-то похожее мы уже с ним как-то раз играли. Какой дальнейший план? Где-то e4 провести, наверное. Вряд ли тут что-то есть лучше, чем этот ход. Но он сам также может c5. a5. Ну, вполне разумно, тоже где-то a4. Я по центру буду свою игру строить. Де, конь e4, конь e4, ладья e4, и на c5 ушел ладью на e1. В принципе, все в порядке. А4. Решил подорвать, не обращая внимания на всю эту канитель в центре. Ну ладно, задвину. Не знаю, насколько это правильное стратегическое решение. Хочу попробовать что-то образовать на королевском фланге. c5, контрудар по центру идет. Выглядит неплохо. Что мне на это делать лучше? Ферзь e2 пока что. Конем заберу. На cd, наверное, тоже конем. И король g2 здесь. Дальше, наверное, ферзя выкину на f3. Поближе где-то к полю c6, привязаться. Так, а сразу нету конь c6 здесь хода. Может быть, Евгений что-то здесь не учел. Потому что я беру на e7 и конь d6. Вонзаюсь. Или сразу конь d6 сыграть. Еще надо посмотреть, что здесь будет лучше. Наверное, конь d6 сразу. Потому что там слон d6, ед, конь e7. Как спасаться? Правда, там есть вариант конь d5. Уже конь e7 не залез. Ладно, тогда заберу сразу. И сюда. Роскошный конь у меня такой стоит тут на d6. Которого не так просто выкурить. Может, вообще мне это качество не сдалось, не бить эту ладью на c8. Я еще подумаю. Какие-то слона 3 есть ходы. Так, конь c5, наверное, уже вынуждает пробить. Иначе я тут ничего не получу. Ну да, пробил. Так, подвязать или же b4 согнать. Дилемма. Ладно, b4. На конь А6 есть ферзь А6, кстати, у меня ресурс. Так. Может быть здесь ферзь А6? Конь А6 и там размены мне на пользу. Ну давайте, почему нет. Заодно нападаю на коня А4. У нее есть ладья 8 ход. Ладья 8 и ладья c7 решает. Или же даже ферзь a8, потом ладья c8. Но я думаю, при правильной игре мне здесь выиграно. Просто нужно как-то аккуратненько это все сделать. Не давать волю его коням. Ферзь e8, наверное, лучший отступ. Или нет? Не вижу пока, как играть на ферзь e8. Ну, по крайней мере, ферзь e2 всегда есть ход. Есть ход ферзь b7, наверное, еще сильнее. Думаю, тут пока за время соперника, а он решил просто съесть. Не нашел ничего лучше, как этот ход. Забрал. Есть ход ладей a1, там b5. На это нарваться тоже я как-то не особо горю желанием.
Ну, тогда слон А3. Конь Д5 хочет усилиться, наверное, где-то. Ну, тут уже Б5 встречу. Убрал слона подальше от греха. И залез ладьей. Наверное, здесь уже выиграно. Погнали дальше, пешечки. Забрал. Так. Пешку я еще тут отдал, но все равно, конечно, куча мне тут лишнего всего. Да, и не успел Евгений. Ну и позиция уже проиграна. Сейчас сыграем еще одну партию.